Леди Бог и Суперкэт. Чудо вокруг! Мам, я хочу попыт! Мам! А? Ой, ну на, попыт! Не попыт! Я тебе шо, украинка, шоль? А попыт, потыкать, игрушечка такая! Но, Манон, я же тебе покупала на той неделе спидер. Ой, то есть спиннер. Спиннер был популярен 4 года назад, а это новая игрушка, самая модная. Ничего себе, когда ты научилась считать до 4? Не уходи от темы, купи попыт. Ой, зачем тебе этот попыт? Пойдем, я тебе лучше в тазике мыльную воду наберу. Ты в мыльные пузырьки потыкаешь, чем тебе не попыт? Нет! Купи! Сэр. Ой, Натали, задвинь шторы. Это не я. Окно открылось само. У кого очко открылось? Какое очко? Окно открылось. Окно. Купи. О, ребенок, не получивший желаемого. Лети, мой маленький Акума, и вселись в нее. Лети. Здравствуй, Плакса. Меня зовут Бражник. Рада познакомиться, багажник. Так, ладно, спокойно, это ребенок. Меня Бражник зовут. Я поняла, бумажник. Ладно, я видел то, что мама тебе не покупает попыт. Я куплю тебе попыт. Да? Купишь? Да, куплю, но взамен. И Simple Dimple? И Simple Dimple, но взамен. И Squish? И Squish, но взамен. И заткнись, и взамен ты мне принесешь талисманы Леди Баг и Суперкота. Ха! Добавляй! Чё добавляй? Добавляй! Ладно, и слайм. Добавляй! Хорошо, и спиннер. Добавляй! И пора изгнать демона! Ну вот, не успели, все из-за тебя. Добавляй, добавляй! Когда? Ой, Леди Бык, хорошо, что вы пришли. Спасите мою дочку. Ай, не переживайте, Надя Башмак. Я спасу вашу дочку. Я Шамак, а не Башмак. А я Леди Бак, а не Бык. Ладно, не переживайте. Не переживай, Манон, мы выгоним из тебя Акуму. Нет, не позволю. Ничего себе, она у вас избалованная. Ладно, у меня есть вариантик. Супер... Больно, блин. Супер шанс. Ого. Ремень? И что вы с ним будете делать? Это не я буду делать, а вы. Почему я? Ну это же ваша дочка, а не моя. Как я могу ее, это самое... Я не поняла. Ну как вы не поймете? Сама судьба вот вам дала ремень, чтобы вы могли такую избалованную дочку, как вашу, отпить, отвоспитать этим ремнем.